А знаете ли вы, что семена различных культур можно выращивать на рассаду не только традиционным способом? В качестве емкости для выращивания сеянцев отлично подходят яичные скорлупки, которые после прямого назначения принято выкидывать. От остатков белка яйцо изнутри нужно промыть под теплой водой. А прежде чем использовать яичные скорлупки, их необходимо тщательно просушить. Внутреннюю пленку из скорлупок удалять не нужно. После контакта с влажной землей пленка начнет выделять сероводород, который способен защитить посевы от грибков. Внизу обязательно делайте дренажные отверстия. Затем укладываю в каждую скорлупку почвогрунт, который я составила специально для выращивания рассады. Заполняю самодельные емкости примерно на 2/3. Жители средней полосы России могут смело приступать к посевам семян перца на рассаду для защищенного грунта с 1 по 15 февраля. А для открытого грунта сроки посева семян сдвигаются на 2 недели позже. Существует мнение о том, что яичная скорлупа защищает растения от слизней, муравьев, медведки, кротов, а также от грибковых заболеваний. А вы как думаете, правда ли это или нет? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. А еще говорят, что скорлупа способствует понижению кислотности почвы, что хорошо сказывается на растениях. Контейнеры из-под яиц отлично подходят в качестве теплички, делаю по всему периметру дополнительные отверстия для доступа воздуха к поверхности грунта и отправляю на батарею. А после того, как семена проклюнутся, крышку убираем и обеспечиваем всходы достаточным количеством света и тепла. Почва в скорлупках не должна быть слишком сухой, не допускайте ее пересыхания. И при необходимости поливайте посевы теплой водой для того, чтобы получить шикарные результаты.